Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». И сегодня мы сделаем подробный обзор всеми любимой и известной BMW E39 из нашего проекта «Ebit и Крашен». Итак, встречаем! BMW E39 – это легендарный автомобиль. Он достоин нового сиквела «Бумера» просто для того, чтобы поностальгировать. Но, к сожалению, большинство экземпляров находятся в плачевном состоянии. Лишь малая доля машин находится в приличном состоянии. И дело не в том, что их покупают на последние деньги, чтобы на эйфории разбить и намотать на столб. К сожалению, большинство E39 находится в удручающем состоянии по абсолютно объективным причинам. Перед вами E39 из нашего проекта «Ebit и Крашен». Машина имеет улучшенный вид и комплектацию. Если вы внимательно следили за нашим проектом, то наверняка знаете, что больше всего времени мы потратили на борьбу с коррозией. Если вы ищете BMW по низу рынка, то не стоит задавать владельцам вопросы. Есть ли мотор масла и не пинается ли коробка? Потому что то, что вы увидите под ковриками на днище, на порогах, это будут цветочки по сравнению с убитым мотором. Кузов ржавеет везде, а наибольший урон ему доставляет вода, которая скапливается в скрытых полостях. Большинство E39, которые оснащены люком, имеют проблемы с дренажом крыши. Дренажные отверстия засоряются, а также отваливаются сливные трубки. После этого вода в большом количестве может сочиться через обшивку крыши и также через плафоны, попадая на ковролин и впитывается в больших количествах. Дренаж в задних дверях также подводит, когда от дверей отклеивается шумовиброизоляция, и тогда вода попадает на коврики под ногами задних пассажиров. Ну и чтобы завершить рассказ о дренаже и воде, упомянем, что из-за засоренного дренажа может затопить вакуумный усилитель. И тогда при нажатии на педаль тормоза будет слышать чавканье, которое издает вода. Вода зимой может замерзнуть, и тогда тормоза пропадут. И редкий финал этой истории, но очень эпичный, это вода во впускном коллекторе и последующий гидроудар. Очищайте дренаж в коробе, который окружает вакуумный усилитель. Пока мы рассказывали про губительные свойства воды, которые убивают E39, пошел такой некислый дождь, поэтому нам пришлось перегнать машину и продолжим здесь. А теперь вернемся к кузову. Ржавчина на передней кромке крыши не беда, но если коррозия проступает по желобам передних стоек крыши, то это значит, что в этих местах стекло держится за клей, а под ним ржавая труха. Покрытые свежей краской пороги возле поддомкратников должны скорее насторожить, нежели обрадовать. Быть может, ремонт был сделан с помощью бумаги и шпатлевки. Ржавые крылья, капот и крышка багажника – это, конечно, повод для торга. Лучше их сразу поменять на БУ. Благо, на авторазборках они есть и в хорошем качестве. Об этом мы подробно рассказывали в третьей части нашего проекта «Ebit и Крашен», так что кликайте по ссылке и смотрите. Еще одна фирменная болячка BMW E39 – это отламывание дверных ручек. Наружная часть просто остается в руке. На рестайлинговых машинах ручки прочнее. Для BMW E39 были предложены двигатели объемом от 2 литров до 5-литрового V8 на M5. Самая компактная линейка у дизельных моторов. Сначала этот автомобиль оснащался 6-цилиндровым турбодизелем M51 с ТНВД распределительного типа Bosch VI. А затем появился легендарный дизель M57 в 1997 году с объемом 3 литра. А 2,5-литровый M57 появился в 1999 году. Именно с этим двигателем пришла топливная система Common Rail, и дизельные BMW перестали быть скучными и тарахтящими. В апреле 2000 года в моторную линейку был добавлен двигатель M47 4-цилиндровый
турбодизель, но он был оснащен впрыском с ТНВД распределительного типа Bosch VP44 и развивал всего лишь 136 лошадиных сил. У нас на канале есть подробные обзоры двигателей М47 и М57, так что обязательно загляните в наш плейлист. Это очень надежные моторы с выносливой поршневой и долговечной топливной системой, практически без недостатков. Гамма бензиновых двигателей интересна тем, что четырехцилиндровых моторов в ней не было вообще. Даже версия 520 радует шестицилиндровым рядным двигателем. Моторы до рестайлинга назывались М52 и выпускались в трех вариантах рабочего объема – 2.0, 2.5, 2.8. И стоит отметить, что двигатели, которые были оснащены электронным блоком управления Siemens MS41.0, имели два титановых лямбда-зонда. Стоимость каждого, то есть за штуку, от 110 до 200 долларов. Первоначальная версия двигателя М52 оснащена муфтой VANOS. Муфта беспроблемная, служит почти 400 тысяч километров. А вот модернизированный двигатель М52TU оснащался Double VANOS, то есть муфта на каждом распредвале. И проблем у этих муфт хватает. Уплотнительные кольца примерно служат 200 тысяч километров. Также изнашиваются игольчатые подшипники. Муфты клинит. В общем, проблем много. Но ремкомплекты устанавливаются легко и служат долго. Рестайлинговые BMW E39 получили обновленные моторы M54 с электронным дросселем. Эти рядные шестерки и V8 M62 не имеют механических недостатков. Разве что из-за высокой тепловой нагрузки к пробегу в 300 тысяч они начинают подъедать масло, которое просачивается из-под задубевших маслосъемных колпачков. Также эти движки охотно сопливят маслом, требуют внимания к системе вентиляции картерных газов, к электронно управляемым термостатам, заслонкам диса и многим прочим очень важным мелочам. Но зато никаких проблем в приводе ГРМ и поршневая выносливая. Мы не устанем повторять, следите за температурным режимом этих двигателей. Радиатор должен быть чистым, термостат рабочим. Дождь прошел, и мы снова наверху. А теперь про МКПП. BMW E39 с механической коробкой переключения передач практически исключает хлопоты о ее здоровье. Шестиступенчатый гет-трак бессмертен, а вот пятиступенчатая коробка иногда нуждается во внимании. Как правило, изнашиваются подшипники валов, и тогда туго включаются передачи, а иногда они выскакивают на ходу. И тогда уже владелец приценивается к стоимости ремонта и контрактной коробки. Также изношенная трансмиссия может вибрировать и шуметь. Нельзя забывать, что на все моторы BMW E39 навешаны двухмассовые маховики Люк и Сакс, которые со временем начинают брынчать и появляются рывки при переключении передач и при разгонах. Стоимость, сами знаете, 500 долларов. Но есть комплекты для переделки, чтобы установить вместо двухмассового маховика одномассовый. Но ни маховики, ни комплекты сцепления по отзывам не оправдывают ожидания, потому что появляется резонансный гул во время движения. Буквально все двигатели BMW были доступны с автоматическими трансмиссиями GM и ZF. Но компания BMW не утруждала себя в информировании, какой конкретно автомат установлен на том либо ином автомобиле. По настройкам они практически идентичны. Считается, что трансмиссия GM не может сопротивляться долгим издевательствам в виде резких стартов и отсутствия замены АТФ. А именно из-за отсутствия замены АТФ много автоматов и погибло. Если помните, BMW E39 был один из первых автомобилей с грифом «масло в коробку залито на весь срок службы». Многие владельцы охотно в это верили, но когда решались на замену масла, чтобы избавить АКПП от пинков, масло новое подымала весь фрикционный осадок в коробке и наглухо забивала гидроблок. Немецкая ZF служит немного дольше, примерно 300 тысяч километров, если масло в ней менять каждые 60 тысяч километров и не нагружать коробку пробуксовками и дрифтом. На обе АКПП у нас есть в плейлисте подробные обзоры.
Рекомендуется раз в 2-3 года менять пробку расширительного бачка, чтобы не иметь проблем с давлением в системе охлаждения. Ну а если от бачка отломался штуцер обратки, то тогда бачок надо менять. На рестайловых машинах появились быстроразъемные соединения патрубков, которые с годами трескаются. Причем трескаются сами патрубки и их пластиковые переходники. Оригинальный радиатор охлаждения двигателя буквально раздувается. Это происходит из-за повышенного давления в системе охлаждения. А налипшая грязь и пух в нижней части радиатора приводит к тому, что радиатор перегревается и деформируется локально и выглядит как провисший. Вентилятор, расположенный спереди на радиаторе охлаждения, практически никогда не работает из-за попадания на него воды и грязи. Также выходят из строя резисторы скоростей, просто пропадают контакты, выходят из строя реле или соответствующий датчик. Бачок ГУР рекомендуется менять при наличии запотевания гидравлической жидкости. Текущие шланги гидроусилителя руля – это норма. Блок АБС BMW E39 – слабое место. Он находится очень близко к выпускному коллектору, поэтому излишне нагревается. Из-за этого в плате отпаиваются алюминиевые и медные волоски, и функции АБС не работают. Ремонт на сегодняшний день проблем никаких не вызывает, а отремонтированный блок АБС можно узнать по месту вскрытия пластиковой крышки. Напомним, что на BMW E39 использовались датчики АБС разных типов. До сентября 1998 года использовались индуктивные датчики. Они отличались серой фишкой разъема и долгим сроком службы. А вот после 1998 года использовались датчики, которые работают на основе эффекта Холла. Они служат по 5-7 лет. Нередко грязь попадает на магнитную ленту, размещенную на ступичном подшипнике. Из-за грязи лента перетирается, и тогда появляются ошибки по АБС и возникает необходимость поменять подшипник. Во всех фарах BMW E39 недолговечные направляющие корректоров. Они сделаны из ужасного пластика, который высыхает и рассыхается в труху без какого-либо воздействия. И тогда линзы болтаются и не поддаются регулировке. Корректоры можно поменять, основательно разобрав фары. Передняя подвеска BMW E39 представляет из себя стойки Макферсона. А это значит, что при повороте руля амортизатор вращается вокруг своей оси. Следовательно, сверху он опирается на опоры с подшипниками. У BMW 90-х годов слабые стаканы. Опоры для пружин и амортизаторов. BMW E39 не исключение, но не все так печально. Если поставить в ряд много E39 и осмотреть их стаканы, то можно увидеть разницу в профиле. По оригиналу у стаканов плоское дно, но при езде с убитыми опорными подшипниками дно выгибается. Также появляются трещины в районе крепежа упорных подшипников. Но к серьезным проблемам это не приводит, стаканы не проваливаются. На BMW E39 с моторами от 3 литров установлены увеличенные в диаметре тормоза диски и чугунные суппорты. Эти чугунные суппорты активно обрастают коррозией, и их надо перебирать один раз в две замены тормозных колодок, иначе можно доездиться до заклинивания суппортов. Но перед заклиниванием неправильно работающие суппорты приведут к неравномерному износу тормозных дисков. На BMW E39 с двигателем M62, то есть V8, установлен дорогой генератор с жидкостным охлаждением. Стоимость от 350 до 700 долларов. Оригинал ходит хорошо, 250 тысяч километров. Но затем в нем выходит из строя реле-регулятор и диодный мост. Сейчас такой генератор можно отремонтировать за 80-100 долларов. А вот во времена молодости 535-х, 540-х, E39-х приходилось покупать недешевый оригинал. Ну а сейчас мы поедем на СТО, чтобы поднять автомобиль на подъемник и подробно рассказать о подвеске. Обязательно помните, что в «АвтоСтронге» есть подразделение «МотоСтронг», где вы можете купить отличный мотоцикл по супер цене, который мы сами привезли из Европы с полным пакетом документов. Обязательно обратитесь в «МотоСтронг». Ссылочки и контакты в описании. Этой машине уже 22 года, и 2 года назад она пережила перерождение, и до сих пор она с нами.
Эта машина собирает восторженные взгляды, потому что у многих эта машина была, многие ее хотели. А в 2021 году восстановленные и ухоженные экземпляры встречаются крайне редко. Машина до сих пор радует своим комфортом, спортивностью. Она сбитая. И сейчас мы едем на СТО в город Барановичи, чтобы продолжить подробный рассказ о ней. Сейчас мы с вами находимся в автосервисе «Кола», город Барановичи. Это современно оборудованная станция, которая входит в состав самой крупной сети СТО на территории Беларуси – Solid Автосервис. В сети постоянно проводятся интересные для автовладельцев акции, ссылка и подробности в описании. Все рычаги подвески BMW E39 алюминиевые. Очень слабые шарниры подвески. Сайлентблоки буквально рвутся за один год эксплуатации. Втулки стабилизаторы тоже не вечные. Кстати, есть одна особенность. Из-за просевших подушек двигателя передний край трансмиссии ложится на стабилизатор. Интересная особенность амортизаторов BMW E39 с алюминиевыми штанами в том, что они могут просто заклинить на ходе сжатия. И это обычно происходит в мороз. После этого машина приседает и начинает скакать на колесе с заклинившим мортером. Рейка на BMW E39 установлена вместе с рядными моторами. Рейка слабенькая, начинает стучать, но чинится без проблем. У рейки есть две разновидности. Обычная пассивная и серватроник. Серватроник оснащена клапаном, который изменяет ее производительность. То есть на парковке и при небольшой скорости движения руль крутится максимально легко. А при увеличении скорости усилие на руле возрастает. Этот клапан обычно выходит из строя из-за замыкания его обмотки. И тогда усилие на руле становится постоянно тяжелым. А вот если в клапане случилось короткое замыкание, то может сгореть блок комфорта, который им управляет. Сопротивление исправной обмотки этого клапана 10 Ом, а проверить его можно напряжением 8 Вольт. Еще одно слабое место в рулевом механизме E39 – это рулевой карданчик, который со временем начинает люфтить. В нашем случае у нас рейка обычная пассивная, без клапана серватроник. А вот на моторах V8 на BMW E39 используется вместо рейки редуктор с трапецией, в котором есть дюжина недолговечных шарниров, которые приводят к огромному суммарному люфту в рулевом механизме. Задняя подвеска на BMW E39 тоже очень слабая. Минимум два раза в год надо осматривать все сайлентблоки, особенно плавающие, которые скрипом подают сигнал о том, что их надо менять. Также может отвалиться крепежная скоба заднего стабилизатора. А вот две резиновые опоры редуктора практически вечные. Так как на станции есть прекрасный вибростенд, мы решили продиагностировать подвеску нашей E39 полностью. Александр, что нашли? Нашли то же самое, как большинство данных автомобилей. Это передние сайлентблоки и задние плавающие. То есть нам их надо? Да, вам их надо заменить. Ну и естественно сделать развал схождения. Все, спасибо. После восстановления мы проехали на этой машине более 100 тысяч километров. BMW E39 – надежный автомобиль, если его не покупать на последние деньги и не доводить до состояния на коленях. На сегодня это все. Если вы хотите знать о моторах, коробках и уже об автомобилях все, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. И помните, что с вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».